Всем добрый вечер. Я, во-первых, очень искренне благодарен организаторам конференции за возможность выступить перед таким уважаемым обществом и хочу поделиться своим скромным опытом нашего координационного центра издания научных журналов Одесской национальной академии пищевых технологий и своей, подчеркиваю, субъективной точкой зрения относительно проблем, во всяком случае, это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я буду максимально краток, я понимаю, что все устали, остались самые-самые стойкие, и постараюсь вложиться буквально в 5-7 минут. Относительно проблем, я не буду акцентировать сейчас внимание на проблемах, то, что уже обсуждалось отчасти, и не буду говорить ни о фейковых журналах, не буду говорить о проблеме, которую сформулировал в том году, кстати, на конференции, я об этом в том числе услышал одного из докладчиков относительно сентенции Рэнди Шекмана, Нобелевского лауреата за 2013 год по медицине, относительно губительного влияния импакт-фактора на науку. Не буду говорить о Карел Каесак, члена сообщества американского масс-медиа, относительно того, что академия, университет – это рай для издателей. Я остановлюсь на более таких приземленных проблемах, с которыми мы сталкиваемся и считаем важными. Итак, по проблемам. Относительно оформления пристатейного списка литературы, так как мы должны его оформлять по ГОСТу, такое оформление пристатейного списка литературы, оно не соответствует и не способствует тому, чтобы статьи индексировались активно в различных системах. И как вариант решения, это разрешить редакциям журналов, безусловно, об этом нужно, наверное, обращаться, возможно, все вместе обращаться. Сами от себя мы таких писем формировали достаточно много с предложениями на министерство, но разрешить редакциям журналов выбрать стиль оформления пристатейного списка литературы один из тех, которые всемирно признанные и активно используются. Следующая проблема – это требования к перечням публикаций. Субъективная точка зрения, я подчеркиваю, но мы считаем требования к претендентам на защиту кандидатской, докторской, когда мы получаем степень доцента или профессора, это, во-первых, количественный подход, то есть их должно быть столько, 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 и не считаем достаточно корректным требование, что при этом одна, две или сколько там сейчас, согласно действующего законодательства, должны быть обязательно в Скопусе или обязательно в Thomson Reuters. Почему? Потому что, прежде всего, с точки зрения антимонопольного законодательства. В конце концов, и Thomson Reuters, и Elsevier являются частными коммерческими компаниями. И, возможно, более корректным было бы указать в требованиях, пусть не две, не три статьи, пусть все статьи соискателя, претендента должны требовать определенным требованиям, но в этих требованиях указать перечень каких-то баз данных. Должен быть какой-то выбор, в конце концов. Наша субъективная точка зрения относительно этой проблемы. Следующее – это мотивация к изданию статьи в научном журнале. В мире это мотивация основная, то, что обсуждалось уже сегодня, рассказать и поделиться своим опытом, возможно, улучшить свои позиции относительно грантов, участия в грантах. Но у нас, к сожалению, чаще имеет место круговая порука, когда мы сначала издаем определенное количество статей для того, чтобы защитить кандидатскую, потом для того, чтобы докторскую, потом, чтобы получить профессора, потом наши аспиранты начинают этот путь с самого начала, и получается, что публикуем мы очень много и публикуем скорее для галочки. Это большая проблема, и как вариант решения, возможно, следует уйти от количественного критерия требования к спискам публикаций. Не требовать их, сегодня это звучало, меня это очень радует, что точку зрения разделяют другие специалисты, не требовать количества публикаций, а требовать скорее их качества. Возможно, указывать какой-то, например, вариант определенного индекса Хирша соискателя или альтметрический показатель другой. Проблема важная относительно индекса Хирша. Есть всемирная, я уверен, все знают, собрались специалисты, есть Всемирная ассоциация наукометрии и вебометрии. Они каждые 2 года проводят конференции, и на последней конференции, на которой мне посчастливилось принять участие, она проходила в Стамбуле, пожалуй, добрая половина докладов была посвящена тому, что у индекса Хирша есть много проблем и нужна какая-то альтернатива, и под этой альтернативой активно рассматривают именно альтметрику.
Я отдельно хотел бы сказать два слова, что сегодня в докладе я одного из докладчиков слышал относительно индекс Коперникус, я относительно того, что стоит или не стоит там индексироваться, я лишь хотел сказать, что в общем, наверное, доклада 3 или 4 были на этой конференции в Стамбуле посвящены тому, как улучшить свои позиции в и что конкретно нужно изменить у себя в журнале для того, чтобы ваш ICV, индекс Коперникус Value, стал выше. Вариант решения – это активная интеграция альтметрических показателей в систему высшего образования, в частности, то, что предлагает одна из компаний, которая их разрабатывает, Plamex. Опыт координационного центра издания научных журналов. Вы знаете, я обратил внимание, что у других вузов чаще функция координирования развития научных журналов, она лежит на библиотеке. В нашем случае у нас была отдельно создана структура, которая так и называется, как координационный центр издания. И в нем трудятся, в общем-то, как раз те, основная задача которых сводится к координированию и к представлению журналов в ведении их сайтов. Но ни в коем случае мы не вмешиваемся и не занимаемся редакционной частью этой работы. То есть мы не рассматриваем статьи, мы не претендуем на то, чтобы влазить в работу, собственно говоря, самой редакции. Относительно нашего опыта. Одесская национальная академия пищевых технологий, почему нужен был координационный центр, на сегодняшний день издает 9 периодических изданий, перечень которых я привел. Необходимость такого координационного центра была очень явный, потому что каждый из журналов развивался очень по-разному. И, безусловно, все очень сильно зависит от человеческого фактора. И там, где в редакции были наиболее активные люди, там это развитие шло более динамично, но некоторые журналы просто лежали, простым языком. Общие тенденции про аутсорсинг, собственно говоря, я хотел два слова сказать. Мы столкнулись с тем, что очень много вопросов, которые лежат сейчас на нашем координационном центре, не являются сферой нашего профессионального влияния. Я имею в виду, в частности, создание интернет-сайтов. Много представителей даже здесь сидят, кто вы с учебных заведений различных. И я думаю, что часто мы сталкиваемся с тем, что эти сайты создают, ну, скажем, студенты, например, которые или способны, или не очень способны за зачет, за курсовой, за то, чтобы тебе там помогли сессии и так далее. И занимаются разработкой этих сайтов студенты очень часто. Но проблема таких сайтов как раз сводится к тому, что, во-первых, студент выпустился, и потом кому-то этот сайт надо сопровождать, разобраться в коде, кто программист, меня поймут, это, ну, проще написать заново. И второе – это сопровождение сайта. Его мало сделать, а его нужно сопровождать, его нужно развивать. Поэтому наш координационный центр на определенном этапе ушел на аутсорсинг, и теми вещами, где мы не специалисты, и где мы не можем привлечь дорогостоящего программиста, как вуз, мы не можем нанять программиста с зарплатой в 1500-2000 долларов, мы обратились к одной из просто компаний, которая занимается именно продвижением и занимается разработкой. Каждому из журналов был разработан соответствующий интернет-сайт и, ну, безусловно, мультиязычный, так что в соответствии со всеми требованиями. На сегодняшний день активно журналы представлены в международных реферативных базах данных и индексных системах. Я привел те части из них, в которых мы индексируемся и реферируемся. Для координации процесса развития журналов мы сделали некий вариант, мы называем это таблица менеджмента. Дело в том, что журналов много, и удержать кто где есть и где у кого какая ситуация достаточно сложно, поэтому мы просто создали простую таблицу, где определенный пункт наличия критерия у журнала соответствующим образом закрашивается, так проще понятно, соответственно, в каком направлении идти. И было очень отрадно услышать на одной из прошлых встреч, по-моему, мы собирались Киеве, когда был семинар по Thomson Reuters, и университет Шевченко, издатель поделился, что у них, ну, некий аналог вот такой таблицы. Было очень приятно, что отчасти методы схожи. Так, собственно говоря, по этой таблице, если мы взяли, соответственно, полный перечень, что, например, у журнала все критерии есть, взяли за 100%, то по целому ряду, чтобы долго вас не задерживать, журналов, благодаря усилиям координационного центра, удалось добиться достаточно серьезного прорыва. И присутствие журнала в тех или иных базах данных
и индексных системах. Правда, к сожалению, не все журналы. Один из журналов устойчиво нам не удается пока развивать, но как раз по той причине, что мы не занимаемся изданием и набором материала, мы туда просто не влазим, а занимаемся координацией. Поэтому, скорее всего, это экономическая и продовольственная безопасность Украины, это один из наших журналов, где просто скорее нужно менять ответственного человека, который этим занимается, но это не входит в нашу компетенцию. Мы, 5 из наших журналов индексируются в индекс Коперникус с достаточно серьезным ICV, индекс Коперникус Value за прошлый год, за позапрошлый, прошу прощения, за 15-й мы будем знать, соответственно, только позже. Все журналы, 60, 70, 80, при том, что максимальный ICV, как вы знаете, 176. Планка на следующий год была взята на 100. Все журналы Одесской Национальной Академии Психотехнологий переведены на всемирные признанные стили оформления пристатейных списков литературы, а именно Chicago Style, iTriple и Vancouver Style. 3 из 9 наших журналов состоят в базах данных, о которой сегодня уже говорили, Directory of Open Access Journals, DOJ. Все журналы Академии являются партнером EBSCO Publishing. Все журналы Академии реферируются в Ulris Web. Кроме того, каждый из 9 журналов присваивает статьям DOI номера. Собственно говоря, аутсорсинг, я уже об этом говорил, как метод решил достаточно много проблем, и нам удалось максимально консолидировать все свои силы как раз на том, в чем мы можем и в чем мы специалисты, а именно в развитии журнала, но не изобретать при этом велосипед.